Кухня ЖКХ. В нашей студии эксперт проекта «Кухня ЖКХ», генеральный директор УК «Актив Комфорт» Маньков Максим Павлович. Здравствуйте. Здравствуйте. С начала года, как всегда традиционно, в силу вступают многочисленные поправки, и я думаю, что полезно нашим слушателям было бы о них знать. Что нового случилось в жилищно-коммунальной сфере? Среди нововведений хотелось бы выделить полезные для жителей, это по поводу проведения перепланировок. Так Госжилинспекция теперь обеспечит ускоренное получение через суд доступа в квартиры для проверки проведенных перепланировок. Соответственно, если вы знаете, что у вас где-то незаконно проводится в доме перепланировка или переоборудование, да, и вы, или в нежилых помещениях, как раз-таки у нас такая бывает распространенная проблема, вы можете пожаловаться в Госжилинспекцию, и она в ускоренном порядке рассмотрит ваш вопрос, даже если не будет доступа в нежилое или жилое помещение. Данный доступ будет истребоваться в судебном порядке, и срок рассмотрения данных дел будет сокращен до 5 дней. Второе – это вопрос по размещению в местах общего пользования разнообразного рода кладовок, и в подвалах в том числе. Вышли новые требования, где запрещено категорически жителям оборудовать вот как раз-таки в подъездах, на лестничных клетках, в подвальных помещениях какие-либо кладовки или сарайчики, так называемые. Здесь уже Министерство МЧС, да, у нас будет проверять дома и при выявлении таких вот кладовок будет выносить предписание управляющим компаниям об их сносе. Соответственно, вот здесь совет жителям своевременно принять меры, во-первых, к освобождению от имущества данных кладовок, если они существуют, да, и обратиться в управляющую компанию для решения этого вопроса, потому что, как правило, это требует дополнительного финансового обеспечения для демонтажа вот этих вот кладовок, которые там просуществовали примерно лет по 30 уже в наших домах. Третье. Хотелось бы напомнить жителям по поводу отмены моратория на начисление пеней и штрафных санкций за несвоевременную оплату потребленных коммунальных ресурсов. Управляющая компания, естественно, производит ежемесячный мониторинг по поводу сбора денежных средств населения. Если вы испытываете какие-то трудности в оплате за жилищно-коммунальные услуги, управляющая компания всегда идет навстречу и предоставляет рассрочку без начисления дополнительных пеней. Поэтому совет всем жителям, да, это не просто своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, но если вы оказались в какой-то трудной жизненной ситуации, не стесняться и обращаться в свою управляющую компанию для ее разрешения, чтобы не было никаких каких-то судебных приказов и неожиданного списания денежных средств, расчетных счетов жителей. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес: улица Роза Люксембург, 86В. Телефон 222 892. Кухня ЖКХ.